как дела? Здравствуйте, нормально все у нас. Все охуенно, привет. Что с собакой у нас? Собака вот. Она отдыхает на нас? Я не знаю. А что-то хуёненький, я помню. Ты меня на камеру не снимай. Не лезь на камеру. Здравствуй, Люк. Как дела? Чего, Айрат пошел, Виталика с этого же центра нахуй тут наебнул, нахуй сам морда разбита, пришел ко мне на универсам, блядь. Ну, как обычно, я его отправил на наше место спать, нахуй. Похмеляться будешь? Буду. Там работает точка? Нет, там нет. Мы идем туда. Мы там пошли за пивом. Дашь на пиво, нахуй? У тебя, ты же пошел за пивом. Ну, мы на бутылку только наставляли. Нет, мам, ты будешь сниматься на камеру? Дашь на пиво? Ну, конечно, дам я. Буду. Ну, пошли, базар нету. Это МТВ, наши подписчики. Гуляйте вместе с нами, это все будет еще круче. Вот он, я, алкаш, будущий, новый, нахуй. Кем был, таким и остался. Собачку жалко. Ну, дай сигарету, а? Айрат Виталика, ну, Виталик в этом центре был, бля. Оказывается, я знаешь, что узнал? У Айрата крыша охуенная, оказывается. Понял. Фадейкина Андрей, нахуй, с Эдиком, блядь. Бывшие его одноклассники, они директора этого центра знают. А я думаю, что такое Айрат такой важный, там ходит, нахуй, по центру, блядь. Оказывается, Гульнара Фанировна их не знакомая, блядь. Я думаю, нихуя себе, блядь. Что-то слушок доходишь, что-то какую-то хуйню пиздишь про нас. Я вообще ничего не пиздил. Это МТВ, я последний раз помню, вы с женой уезжали, вы еще рукой помахал, блядь. Когда я бухать начал, вот уже. Пошли они нахуй, это они пиздят нахуй всякую хуйню, блядь. Я про тебя вообще ничего не говорил, блядь. Молодец, пацан, работает. Хотя меня спрашивали, вот это Венера рыбы торгует, блядь. Типа, вот он ходит, снимает, типа, он такой, ну, сякой. Я говорю, ну, ходит, я говорю, ну, пацан сам что-то знает, делает, бля. Вот такая хуйня, бля. А они твои жены друзья, бля. Угу. Здравствуйте. Ну, они же с рыбы с этой ушли, бля, туда, нахуй. И вот она, нахуй, мне, бля. А что, говорит, он вас ходит и говорит, тебе какая разница, что он ходит, бля? Да. Вот потом... Ты сейчас где живешь, что вообще? На матрасе сплю, нахуй, вон, до кладбища, нахуй. Прямо на кладбище? Не на самом, а рядом. Матрас там лежит. Вот как идешь, матрас лежит, блядь. Ты ходил, начал заебись? Ходить начал заебись? До этого же вот так вот ходил. А твою как? Инфинити шо? А? Инфинити твою садишь? Инфинити? Нет, это не моя Инфинити. Твоя? У меня песня любимая Инфинити. Че? Ну ты нас на камере снимаешь, да? Че тебе это? Ну я в курсе то, что тебе это бабос дает. На ютубе канал у меня свой. А, ну тогда понял. Ну можешь снимать, в принципе, как я вот. Обычный пацан, дружу с ними. Ничего здесь такого нет вообще? Вообще нет. Не понимаешь? Я просто их иногда помогаю им. Как бы это, там, покушать им иногда приношу, да чё? Да. Чё такого стрёмного нету в этом? Я сам так вырос, в принципе. Кстати, мне сказал, ты кто по жизни, блядь? Тут в Чистополе ж позвонили. А я туда. Ты чё? Я просто, ну, в принципе, я молодой. Там раньше же Ветлуга был смотрящий, на Микеля и Ветлуганов. И что дальше? И что, дядь Паша говорит, ты, говорит, сейчас сам у меня, говорит, будет с другого стакана пить, нахуй. Ну, другому. Садись, давай. Ладно, я. Ну, давай на скамейку мы присядем. Да здесь садись, можешь. В магазин же пошла жена. Чего у тебя сколько флоха там? Чего у меня? Флошка на сколько? Ну, достаточно. Ну, пиздец, там 128, наверное, да? 128? 128. Дарик, все нормально, это мы ТВ, это наша видеосъемка, это крутая набережная Челны, первый канал. Да, Лёх, я только снимался, я.
А что, блядь, что делать, блядь? А ну, в принципе, да. Мне только снимать комедию, клапаю, Оля тут отдыхает, нахуй. Я сижу здесь у фонтана, я сижу здесь и бухаю, нахуй. Вот если Леха тему промутит, блядь. Это не Альберт там стоит? Не Альберт стоит? Да хуй его знает, кто он стоит. Он-то промутит, а тебе-то смысл? А мне смысл, пусть промутит. Я свое получу, да я уеду в Ростов-на-Дону, нахуй. Чего он тебе даст? Там буду отжигать, нахуй. Да. Ну, фарфурик даст мне, хватит, ёпта, я тут бухну, нахуй. И тут же и ухну, нахуй. Правильно, Лёха? Наверное. Привет. Бля, ну пиздец, Лёха так рад был, когда я бухать бросил, бля. Он в натуре, он не помог, бля, он был рад. Потому что я встал на ноги, бля, рубашку мне, брюки, бля, привез. Ну это он просто сделал возобновение, типа это. До и после. Да, и еще спортом начался, блядь. Сука, сколько он не запьет, нахуй. Я, блядь, долго терпел, нахуй. Но забухал, блядь. За месяц где-то. Не, больше. Месяц-полтора я не пил. Ты бы мне лучше за меня бы заснял, когда я год пил, а потом 2,5 не пил. А потом... Когда вы хотели у твоего отца удочку разобрать, так, а потом энергетики хуй вертел. Энергетики пил, блядь, по 30 штук, нахуй. Везде день хватало вообще. Ну ты с того дня, как мы с тобой, помнишь, там виделись, ты так бухаешь, да? Ну, не, зачем я остановился? Тебя как зовут-то? Ильдар. Ильдар? А тебе сколько лет, Ильдар? 30-ник. 30? Он младше меня, но... Ни жены, ни семьи, да? Семья есть, кроме папы Николая, ну, и брата? У меня есть все, кроме счастья. А что тебя держит? Так, блин, держит как-то что-то, я не знаю. Я вот хочу передать нашим подписчикам от Леши Филатова, актера главного, Найдер Чунов. Привет, Уфе. Как нашего друга зовут? У меня друзей много сейчас. Ну, я знаю. Привет всем, пацаны. Ну, опять я забухал. И вот такой вам привет. Просто так что вот. Что это, дружище, сколько камера? А? Сколько мегапикселей? Максимально вообще. Нормально снимать? Мы запьем. Профессионально. Пойдем. Сейчас жена мне купит. А, все понял. А я думаю, я до дома не дойду. Я эту хуйню смотрю, этот, два чижок не смотришь? Времени нет. Ты футбол смотрел, Лёх? Лёх, его тоже... Сейчас Лёха Зенит зовут. Играет же уже. Какой нахуй Зенит? Сегодня когда играет Денис нет? Черышев, нахуй. А, это Головин. Прям штрафной, нахуй, мяч поставил, блядь. Сегодня Зенит играет, Лига Европы. Ответный матч. Дзюба там? Ну, конечно. Нахуй ты Дзюба ебаный. В смысле, молодец. Нахуй? Да, лучший игрок в составе, блядь. Он лучший игрок, это нихуя. Ты за футболом не следишь, походу, да? Нет, но я просто смотрю, по чемпионату последний, и все. Дзюба молодец, он бегал все поле. А вот вот, Лех, согласишься со мной, нет? Смол хуйта. Его на поле выпускали, вот, из-за этого мы хорошо. Не могу сказать, лично не знаком. Смолова нахуй, блядь. Выпустили на поле, Дзюбу Черышеву и поменяли, блядь. Вся игра провалилась, нахуй, сразу. Смолов там бегал, нахуй, по полю, блядь. Я сам так могу бегать, нахуй, он пьяный, да, с фальфуриком в ворота поставил. Кепка, как Лев Яшин, натяни, блядь. Не, в натуре Смолов проебался. А в Черчесов, хотя ему это... дал возможность проявить себя. Нормальный Федор, вообще ты, блядь, дуру гонишь. Да нихуя. Молодой футболист. Он даже ни одного гола не забил. Вот нормальный у нас 4 игрока. Ерохин, Черышев, Дзюба и Головин. Вот это 4 наша нападающая команда была. Остальных не вызвали. Нет, Игнашевич молодец, он в защите стоял, да. Не вызвали Березуцкого, никого этих не вызвали. Че куришь-то? А? Что, вы меня угасили, то я и курю. Че ты говоришь?
сигареты курим. Лёха, это нормальный пацан, это вообще такой. Я вижу. Лёха снимает нас на камеру просто. Да мне вообще без разницы, сафар это или что, мне здесь 1700 денег должны. То, что я подметал здесь, ходил, убирался за каждый день, блядь. Что не дают? Мне, кстати... А знаешь, что сказали? Ты, говорит, на очереди стоишь. Ну, по зарплате. В пятерочке работал, мне 8 рублей. Одна баба должна, так и не отдает нихуя. Прикинь, ее все, блядь, ищут. Она еще одному чуваку должна, сколько я знаю. Еще другому чуваку должна. Он работает дворником, блядь, там. И грузчиком. Циркуля, крыса, она ему 26 тысяч здесь должна. Потому что такой... он мне все вещи спиздил. Ну и пойдем уже... сейчас за него дойдем. Сейчас дойдем. Заснимем на камеру. Если он там спит, нахуй. Я не знаю, в каком уступке он там спит. Куда? Алексей? Он говорит, там где-то. Пойдем сюда, говорю. Да нет, там все. Иди ко мне сюда, еб. Пойдем, что ты боишься? Нет? За мной придете? В натуре Ильдарик, знаешь что? Он меня поднял, и он меня вытащил с этого дерьма, блядь. И опять я в это дерьмо влез. Да? А кто да. тебя, блядь, из самого дерьма поднял, которого ты с ногой ну, это жил? Папа мой, нахуй. А? Когда ты с ногой жил? Кто тебя поднял? Ты. Он скорую все вызывал, нахуй. Я скорую заебался вызывать, его же без документов не забирают. Я вызвал скорую, они мне давай мозга ебать. Типа, мы не заберем, короче, мы уже пятый раз его забираем, у нас документов нет, а у него нога опухла от спиц. Я говорю, блядь, человек помирает, говорю, блядь, заберите его нахуй. Вы что, говорю, нахуй, налево. Смотрите, говорю. В итоге, короче, я им все мозг заебал, короче, еле вот так Головин сделал, когда был. И они его забрали, короче, прикинь. И потом я его не видел, блядь, где-то полгода. Потому что я потом...